Итак, четвертый сектор, западный берег Цинбари. Это прямой репортаж. Вы в прямом эфире. Нас не плавают, водолазов нам не надо. Можете передавать приветы. Привет. Всем зрителям. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, передай. Они туристы. У нас гости с разрешения судей. Я могу привет передать? Да. Хай сдохнет той, кто нас не любит. И кто нам не желает занять первое место. Ты представляешь, какой мор сейчас начался? Саша Федораши. Ло, Леша Федораши. Федораши. Насили втор бая и мадаяк, что не хдас в руце канире лошевит бенехе. Ты наши флаги сфотографировал, самое главное это. О! Не так рыба, как флаги. Красота-то какая. Раз я уже у вас, передаю вам информацию, которая сейчас поступила от Менахима. У него свои прогнозы от армейские. Он сказал, что начинается восточный ветер. И к ночи он будет усиливаться. Поэтому он сказал, пожалуйста, укрепляйте команды, палатки и все остальное, чтобы не было сюрпризов. И он сказал так, что завтра ветер поменяется на южный, потом на северный. Поэтому, как он сказал, как бы всем достанется свой кусок ветра, нужного ему. И он, как он сказал, да, что вы же прекрасно понимаете, при штиле клёва почти нет. Вопрос. Да. То, что обещано от него 2 тонны, где хотя бы какой-то хелик? Да он только что проезжал мимо, надо было его остановить. У него там был полный баракас. Как вообще положение дали общее? Ну, я сейчас не знаю, потому что я на здесь... Утро, нет, так опять же, я же не знаю на утро. Я-то утром выехал, судьи, вы были на взвешивании. Я знаю, что, ну, вот у вас и две рыбы. Уасы, да. Три уаса. Они три утром нет. Сдали, две сейчас поймали. Что? Нет, одну не поймали. Они две утром сдали, одну две поймали. Сдали, одну две поймали. Джипета уже после взвешивания взяли рыбу. Кто? Флейшман. Кто? Андрей? Да. Андриан. Как бы Кеша долго пытался у него узнать, что такое джипета. Он сказал, как, ты что не знаешь, это папа Карло. Он говорит, я столяр, он столяр, папа Карло. Ну да, типа того. Вот. Так что Менахем говорит, типа не ерзайте, не нервничайте, у вас еще есть достаточно времени, чтобы 2 тонны дать. Хорошо. За корма родины. Постараемся. Как бы, ну, у вас тут шикарно, лагерь чистый. Ну, да, у нас начальник лагеря, он насчет этого повернул. Я извиняюсь, я буду вынужден закончить прямой эфир по причине того, что у меня осталось 8% батарейки. Хорошо. Спасибо вам большое. Приглашаем. Желаю вам почаще вызывать судей на крупную рыбу. Спасибо. Все. Мои слова до Бога в уши. Добрый день. Будет.